Турція їх знала. І чому там знали? Тому що ми знали, що на нас буде напад. Ми знали, що у нас є ворог. Ми знали, що нам треба готувати народ. Ми знали, і коли і ця епоха залишилась, так? А де зараз наші пісні військові? Ну хтось, найкраща пісня була, я пам'ятаю, це «Білий тополі» співав польський гурт. Енес зробив. А чому українська держава це не робить? Я пане Михайло, я перепрошую, ви готові українську пісню заспівати? Славення то. Ви готові заспівати пісню, яка об'єднує нас? Пане Михайло, у мене є приношення в Україні. Зараз дуже важливо. Направить все свои действия, смотрите, сейчас очень важно направить все свои действия на вовлечение в людей в наше информационное поле. У нас это не делается системно. Это можно делать с помощью интернета. Смотрите, у нас сейчас Facebook, огромное количество появилось огромное количество групп и так далее. Я просто это говорю как специалист, потому что я, так вот смотрите, нужно подключить интернет каким образом? То есть можно разделить людей, ну, нужно разделить. Где? Смотрите. Кто еще хочет покушать, ребята, нам тут еду привезут. А где? А вот, можно? О, да, осторожно, подождите. Нам нужно направить, самое главное, сейчас на вовлечение новых людей. Потому что, смотрите, сейчас организовалась группа людей, которые вас доверяют, и вам это самое. А люди новые не вовлекаются. Есть люди, которые вообще не ходят на выборы. Они просто разочаровались во всем. И есть система, которая, с помощью которой можно этих людей вовлечь в нашу эту. Не через политические какие-то, ну скажем, эти, а просто через жизненные... Интересно, то есть мы должны им помочь их потребностям. Пенсионерам помочь, там, например, там, получение пенсии. Люди, которые ходят в здравоохранение, с них требуют деньги лишние. Им нужно помочь, и это можно сделать с помощью наших активистов, которые мы должны обучить с помощью интернета. Я скажу такое. Это сделать системно. Это однозначно, это система дистанционного обучения, но главное, что они хотели сделать. Они хотели сделать эту историю, что тут собрались одни маргиналы. Они там какие-то там... В общем, общества, люди, которым некуда деться. И тут реально, я хочу сказать, тут собрались свободные люди и очень умные люди. Я столько интересных людей. Вот мы сидели в этой палатке, у нас был двухчасовой дебат, и я поставил на этот канал из-за того, что я не мог оторваться. Реально интересно было. Потом мы взяли салфетку и начали накидывать ручку. Где-то вот эти идеи. Я говорю, столько интересных идей. Давайте их написать. Давайте их напишем. Вчера мы делали, завтра мы делаем школу реальной политики. Над Ивами Шатер. Школу настоящих реформ. Меня не пустили в университет, молодежь сюда привезет. Тут придут наши айтишники, они расскажут, какие новые методы распространения. То, что вы говорите, дистанционное обучение. Новые методы распространения инфекции, как Big Data работает, как и почему это мы должны. Они, в принципе, эти люди, которые против нас сражаются, они очень старомодные. Потому что они совковые, у них методы совковые, у них терминология совковая. Они реально совковые. Люди, которые имеют опыт выхода из этого, которые для себя освободили, которые себя освободили от этого совкового менталитета, они должны другим помочь освободиться. А что вы думаете, пенсионеры все совковые? Конечно нет. Я сейчас не прибыл в семье пенсионеров, я оттуда челюсть отвесил, у меня вышел такой с двух семей пенсионеров. Они такие продвинутые. У одной там два пенсионера даже высшего образования. Где они так развились, я не знаю. Но они все понимают. Все понимают. Ну, пенсионеры разные бывают. Бывают пенсионеры академики тоже. Там два академика стоят. Но там люди, которые разные люди. И про это я говорю, что мы должны сейчас показать, что они хотят нас задавить вот этой глупой пропагандой, а мы должны сказать, что это нормальное место. Вот тут завтра будет выставка. Тут я видел экспонаты этой выставки. Как поменять податковый кодекс. Сегодня, например, мы должны это сыграть. Они собрали это совковое сочетание и, между прочим, сказали, мы сейчас на большой бизнес ведем так, что большой бизнес, если не будет облагаться доход, который будет крутиться в Украине, большой бизнес, это классно. То есть это Ахметов, Медведчук, сам Порошенко вообще не будет платить налоги. Все остальные, то есть вы, у которых есть маленькие, будут платить в два раза больше, потому что у вас нет такого, что с одного перекинуться. У вас есть рядом магазинчик, если у вас там, если у него там 10 бизнесов, он с одного бизнеса возьмет, другой, с другого это третий, и наперстки будут играть с додатковым кодексом. И это сегодня южанина внесла для того, чтобы... И это еще люди говорят, мы для вас делаем. Кто это проглотит?
на пальцях не дам. Вообще-то мы самые богатые люди. Да, да, это... Вот. Европе, может быть, даже и мире. С потенциалом, ресурсами, все остальное. Никто, это мы все понимаем. Но мы вопрос о том, как это поменять, как ситуацию поменять. Как поменять? А есть тут мы и есть Влада, которые собрались. Пане Михайло, можно у вас питание? Вот, например, разъясните. Слышали человек вопрос задал? Давайте, давайте. Я же чекаю. Не, подождите. Я чекаю уже. Давайте, один одного почуем. Можна до вас конкретне питання, який механізм приходу молоді, нових как би, облич, нових фамілій до влади, які готові как би, прийти і зробити щось корисне для цієї держави, який механізм? От, наприклад, конкретний пример. Да? Наприклад, мені 30 років, я жодного разу не був зв'язаний з державою, не мав, я как би, підприємець там. Не мав ніяких стосунків, я готовий щось зробити корисно для своєї країни. Який знаєте, механізм приходу нових облич, нових імен до влади? Знаєте, що було? Я коли теж навчався там, в 90-х, то мені було дуже прикро, що ніхто, жоден з цих людей, хто був таким яскравим студентом, реально не прийшов до політики, майже ніхто. Чому вони не пішли? Вже тут туди політика не приймала нормальних людей. Вже туди політика, вони зробили систему, коли вони тільки своїх, там тільки і вони їх відразу бачили, кого можна брати, кого можна не брати. Зараз теж сама система. Зараз, якщо хто приходить, наприклад, я намагався в Одеську адміністрацію привезти через конкурс нових людей. Вони їх ви б бачили, як вони їх кошмарили там відділу кадрів. Ти що, думаєш, тут саме умний? Откуда ти приплелся? Що ти там це саме? Що ти? А, у тебе два диплома, пішов к чорту. Я що, ти думаєш, що я що, глупіше того, що я тут закінчував це саме? Реально так с ними обращались, когда они приходили. Пока у нас не будет вот два критерия, что присутствие большого опыта – это, наоборот, минус госслужбы. Это минус. Это потому, что хорошего опыта госслужбы практически почти нет. И сказал, что лучше. Это сказал очень правильно, я дружил с Вацлавом Хавелом. Он сказал… В законе записано было, что руководящую должность в министерстве или прокуратуре не может занять человек, у которого нет 5-летнего стажа работы. Вот тебе, если, то есть, если бочки с оленем не побывал 5 лет и не стал соленым, ты не, они это записали специально. Да. Мой друг Вацлав Хавел, ну как друг, я много раз в последние годы его жизни, я много общался, за неделю до его, за две недели видел, до его смерти, он нас все время поддерживал. Он говорит, лучше 5 лет ошибок, чем еще 50 лет саботажа. Он как раз говорил про молодых. Брать молодых, да, они допустят ошибки, да, они что-то то. Но и когда я говорю про молодых, это условная вещь, потому что есть люди всех поколений, которые могут... И Василий Лановый сегодня был. Василий Лановый был одним из первых. Он уже на пенсии. Он, кстати, Владимир Лановый, извиняюсь. Владимир Лановый был один из первых реформаторов Украины. Владимир Лановой был человек, который набрал на президентских выборах, и он мог выйти во второй тур, там 12% у него украли голоса. Владимир Лановой, когда был Майдан, он пенсионер, у него, ну какая у него пенсия, ходил, носил пищу и пенсионерам, я видел эти кадры, хотя там его лично не видел, вместе с женой. Почему я рассказываю? Вот Владимир Лановой сегодня очень полезно будет для украинского государства, потому что он никогда не скурился, он не стал частью системы, он не стал частью того, что было. Понимаете? Нам надо вот так делать, что... Есть и такие люди, но большинство надо позвать молодые. Молодые почему? Потому что да, они будут, но они другие. Бегал там один паренек сейчас, закончил Лондонскую школу экономики, сейчас в магистратуре учится в Лондоне. По их стипендиям, там он не сын мажора, сразу видно. Ну такой кирлянин, такой из средней семьи. И он, я с ними разговариваю, столько интересных идей. Вот его сразу головой департамента министерства, я уверяю, что намного лучше всех этих откормленных. Вот Наталуха, Дима стоит. Дима стал был главой администрации Коминтерновского района в Одессе. Закончил Кембридж. Его саботировали все, кто мог. Представляете, приехал на Талуха, а там у них была Крупица, глава сельсовета. Крупица там была 90-го года, она глава сельсовета. Почему она глава сельсовета Крижановского? Потому что там земли. И она с 90-го года торгует этими землями. Крупица там не только глава сельсовета, она там и президент, и премьер, и император, и императрица. Заявился откуда-то этот Наталуха, упал ей на голову через конкурс. Она такого еще не видела. Наталуха, люди стали к нему прибегать, жаловаться. Под конец закончилось чем? Наталуха вместе с Апарелити Крупицу посадили. Она сидела недолго, потому что сначала ее там украли. Задержали. Нет, как? Она, избили. Она потом сидела. Но потом, до того, как сидела, во-первых, ее скрывали тут в больнице, менты в Киеве. Потом через задний ход ее куда-то провели. Наконец-то ее перехватили. Она сидела через суд потом несколько месяцев. Как только Давида сняли, и как только мы с ним ушли, моментально выпустили, она опять снова сельсовет. Вот как эта система работала. То есть система...
всех выдавило. Кстати, кстати, пожелаем удачи молодым ребятам Вилкова. Они как раз борются в ОТГ сейчас на выборах. Вот те ребята, совсем которые... молодые, 17-летние ребята. Что это? Кто за ребята? Это ребята, которые, значит, Порошенко, когда туда приехал, они ничего не хотели. Эту дорогу как мы построили? Я поставил там палатку, говорит, пока не будет дорога на Вилково, вообще ничего нет. В общем, они пришли, а он приехал открывать эту дорогу. Он приехал открывать эту дорогу, хорошо. Но ребята хотели вручить ему письмо, 17-летний отличник школы местной. Спаси парк. Парк городской. Ничего такого крамольного. За человека вызвали полицию, что вы хотите? Он говорит, парк. Ну ладно, ладно, ничего больше не будете задавать. Нет, ничего, парк. Вот письмо, парк. Хорошо. И в день, когда приехал Порошенко, видимо, доложили его охране. Охрана сказала, не будем рисковать. Их хватили, это 80 часов держали под вуалью. Они вышли оттуда жестокими оппозиционерами. Мы просто про парк хотели поговорить. Мы думали, да это наш президент. Он гарант Конституции. У нас свободная страна. Зато теперь я популярна на да, Украину. Да, и они нашли, и они сейчас, их команда поддерживает молодого тоже парня, главой там вот такие. Но я говорю, что вот эти люди пробьются, и он русскоязычный, Таня, абсолютно полностью русскоязычный. Ну, не русскоязычный, а Таня русский, они староверы. А он был здесь, да, на вашей передаче. Он говорит, я увидел столицу моей страны первый раз. Я первый раз побывал на Майдане. Это так классно. Все равно он не разочаровал в стране. Это реально уже следующее поколение, которое не будет себе парами точно. Но их надо вовремя привести, потому что те, против которых они борются, они 100% сепары там. Просто временно, там, мне этот говорил глава этого обсовета, Урбас. Так это, кто вообще тут любит Украину, вот твоего Порошенко, когда я глава обсовета? Да и я им, говорит, сказал этим своим измаильским. Вы меня знаете? Знаете. Знаете, что я всегда за правой? Да? Ну, пока потерпите Украину Порошенко. Он мне это рассказывает. И Порошенко с ними делает договор. Конечно, как только что-то, и Урбанский поднимет русский флаг, и Гончаренко был вообще главой сепаратистской фракции. А это Кухано, российский офицер, обычный. Они все сепары. Уже есть новое поколение, хотя бы для безопасности Украины надо срочно новое поколение поднять наверх и привести. Если их не привести, будет плохо. Вот вся история. Да. Наш огонь кухня. По системе державной закупили. Надо подкинуть. Ну, по-перше, я хочу, чтобы у вас выхарчевалось трошки. Я трошки проголодался. Нас готовят. Скажите громче, потому что тут много людей, кто не кушал. Мы такие Давайте не відмовляйтесь. Давайте з ваших рук. Азербайджанська діаспора любезно предоставила нам. Така паста гранна. Пане Михайло. Уже. Давайте ви з ваших рук. Давайте. Завтра на 7 у нас є зустріч з Кіянами. Ми со сцени. Сьогодні я не хотів нікого там дійти, щоб там так, давай. А ви у статті, це я спрашиваю. А ви говорили, що азербайджанська діаспора, так? Постоянно или иногда? Вони постоянно допомагають і на фронт, якби, я знаю. Давай. Діаспора. У нас есть Facebook, у нас есть пару каналов, которые вышли на Майдан. Но это у людей была бы ассоциация, то, что они хотят. Это группа людей, которые сразу хочет взять власть, они хотят нового Майдана, они хотят в неприятности. А мы стоим тут, тут принимается это решение. Тут они должны решать. Мы всегда заполняем здесь. Два раза, три раза. Поэтому давайте посмотрим, как, если 7-го они не примут это, тогда уже другая история. Давайте, может, примут. Если примут, это шаг. Я видать не знаю. Служили, да, да? Потому что очень важно, чтобы отбили. Батальона Кучинского. Да, да. Это смешно. А люди верят. Вот вы говорите, все соберутся. У вас прихильники, да, украинские мовы? Сотни, миллионы, я думаю, что это все перебильщики. Выходят тысячи, сотни выходят, перебильщики. Вам не подключить интернет.
дякую. Дякую. Кожен день вашу ленту, все. А у нас підписчиків, ну, 2000 ставить лайків, переглядів там 10 тисяч, до 100 тисяч, ну, переглядів. Так. А зробіть більше інформації, щоб люди в селах мали. Ну, інтернет, ну, як ви кажете, є продвинуті пенсіонери, є непродвинуті. Багато людей, хто в будинках навіть нашого віку, там 30-40 років, люди не мають, знаєте, не треба... чіпають інформацію, але вони вас підтримують. Треба користуватися сарафанним радіо, дуже широко. Да, якщо сарафанне радіо в Україні... Дайте більше інформації України про себе, про своїх людей, про інформацію про свою культуру, яку ви несете. Треба зібрати айтішників, маркетологів, я маркетолог, інтернет-маркетологів. Собрати і зробити нам, грубо говоря, мозковий штурм усіх цих ідей, іменно інтернет. Зараз інтернет буде в першу чергу. Я вам пишу, просто є сетевої компанії, які вовлікають клієнтів в інтернет. Раніше вони роздавали листовки, це зараз перестало працювати. Я займався розробкою для сетевих компаній системи вовлечення людей. Це одно і те ж, що партія в компанії. Тому потрібно просто взяти цю технологію і в рекламу. Нам потрібно вовлікати нових людей. А потім з допомогою розсилок, як він говорить, обратную связь иметь, и можно Я знаю, тут мужчина, я там видел, я поговорил, я там передал, Завтра давайте 12 собираемся. 12 это наша дежурная.